Всем привет! Сегодня 28 февраля. Вот вылупились 4 птенчика желтеньких. Самец он охраняет вовсю. Он там голову прячет. Одно там яичко осталось у него. 4 птенчика он там прячет их. Зубики полные, кормит всех. Он шевелится. Сидит, не отходит ни на шаг. Вот такой зверюга. О, сейчас мне хочет по телефону долбануть. Ладно, не будем тревожить. Пусть их охраняет. Посмотрим, что там дальше. Тут вот 5 яичек. И тут 5 яичек. Сейчас посмотрим. Тут как выросли. О, 3 здоровых уже крокодила. Вот такие уже. Скоро вылетит. Вон барбосы какие. Зубы полные. 2 яйца пустых там. Ладно, пусть валяются. Вот, кормят птенцов тут в пещере. Это вот тут у меня 3 больших. А здесь вот 4 только вылупились, и там яйца. Тут самцы молодые. Тоже кто линяет, кто долинивает, кто начинает. Птенчиков там кормят, распищались. Тут купание у нас начинается. Самчишки молодые уже купаются вовсе. Он прям с головой ныряет. Он выгнал. Он еще один полез купаться. Этот стесняется что-то. Те прям сразу с головой ныряют. Ну, тоже залез по пояс. Во. Вот лазит там. Молоденький тоже. Все, полезли сушить, и теперь другой теперь полез.
выгнал того. Ну давай. Всех разогнал, блин. Всех разогнал и сам не полез. Ну тут у нас самочки подтягиваются. Наелись все. На улице солнышко, снег тает, вот красота такая. Тут у меня еще вот тоже парочка вроде как сгруппировалась, не посмотрел, забыл. Самочка вот там сидит, природница. Ну, на этом все. Всем пока.